Возрождение немецкой культуры стало главным делом жизни Генофефы Думрауф, или Фени Александровны, как привыкли называть ее многие. Она один из активных участников областной общественной организации немцев «Видергебурт». Была руководителем организации, а сейчас бессменный член правления. 21 августа Генофефа Александровна отметила юбилей. У меня хорошие дети, хорошие внуки, хорошие правнуки. Я богатая бабушка, так что мне жаловаться на жизнь совершенно не разрешено. У меня две внучки, один внук, два правнука, одна правнучка. Я, конечно, буду благодарна сегодня за то, что все-таки я дожила до такого возраста, увидела, как мои дети умеют жить и работать. И я не зря прожила жизнь, это тоже правда. И не жалею нисколько. Я очень много потратила на людей, на своих. Но это моя нация, и я полно имею право это делать. И я обязана даже это делать. Но у меня, как только слово «Волга» произносится, ой, для меня это кровная боль. Генофефа Александровна родилась в 1928 году в Саратовской области. В 1937 году отца Фени забрали по линии НКВД. Когда вышел указ о депортации немцев в Сибирь и Казахстан, Фени Александровне было около 13 лет. Немцы уезжали из деревни, бросая все нажитое. Долгие годы проблема российских немцев замалчивалась. Когда табу было снято, общественное движение стало приобретать широкие масштабы. Тогда и появилась организация «Видергебурт», целью которой стало возрождение и сохранение культуры российских немцев. Но никогда, независимо от возможностей, у Фени Александровны не было мысли уехать в Германию. У меня ни единого раза не было никакого желания. Никогда. Я этого не признаю. Только у мужа было желание, когда все поехали, давай поедем. Нет, 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 ты там не родился, ты туда ничего не вложил. Наша родина тут, и мы тут. Где родились, мы здесь и пригодились. Много сил уходило на деятельность в организации. Необходимо было объединить людей, помочь ветеранам. Добиваться этого приходилось с большим трудом. Но настойчивость и сильный характер помогли Фене Александровне. Свое общественное долголетие она считает наследственным. Наверное, я так воспитана. У меня отец был очень энергичный человек. Он всегда на руководящих работах был. И, наверное, мне это передалось. Он часто говорил: «Деточка, надо всегда жить с людьми очень дружно. Взаимопонимание должно быть». Мои дети сейчас часто говорят: «Мам, зачем тебе это надо?» Я не могу им глубоко вдолбить. Он говорит: «Ну это же, мама, политический вопрос. Ну зачем тебе? Ты просто не понимаешь, сынок. Я выросла при этой жизни, при этих обстановок. Я испытывала разные моменты выживания. Меня жизнь просто научила жить правильно и перед людьми стоять честно и открыто. Вот что я и делаю». Та энергия и тот позитив, который пышет из нее, просто пышет. Я всегда удивляюсь, как человек в этом возрасте может себя так держать. И если, может быть, иногда бывают у всех у нас и не очень какие-то дни, но этот человек всегда может поддержать тебя отличным словом, именно нужным словом, в тот момент, когда это тебе требуется. И поэтому я считаю, что это очень важное качество.